Трех дочерей имел всесильный сатана. И кроме трех была еще одна. Дочь старшую за князя выдавая, «Гордыней будешь ты», — ей сатана сказал. «Ты будешь жадностью отныне дочь вторая. Тебя купец богатый в жены взял. Ты, третья дочь моя, уходишь в дом к поэту. Ты будешь завистью отныне с этих пор. Других имен вам трем замужним нету». Так прозвучал отцовский приговор. А дочку младшую с горячей пылкой кровью, что ближе всех всегда была ему, рогатый сатана в сердцах назвал любовью и отдал человечеству всему.